Никаких
нашим выпускникам существенно, скажем так, пока что мы не имеем. 179 человек завершили учебу в клинической ординатуре. 100 человек прошли стажировку. 37 наших выпускников защитили диссертации и стали докторами философии и медицины. Как видите, мы занимаемся не только подготовкой специалистов, но и занимаемся их усовершенствованием, подготовкой на последипломном уровне. Поэтому мы вполне, в общем-то, убеждены в том, что из числа этих выпускников этого года многие из вас будут продолжать учебу в клинической ординатуре, а кто-то из наиболее талантливых и в аспирантуре. Позвольте торжественную церемонию, посвященную выпуску специалистов для зарубежных стран в 2000 году объявить открытой. Ваша учеба не закончилась. Каждый год к нам приезжают, прибывают
много наших выпускников для совершенствования, для получения конкретной врачебной специальности. Я хочу, чтобы вам в жизни сопутствовала удача, счастье, здоровье. Всего вам всем самого-самого доброго. Мне бы